В администрации округа состоялось заседание местного политического совета «Единой России». На встрече подвели итоги работы и обсудили актуальные вопросы на 2023 год. Провел встречу секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Спасский. В своем выступлении он отметил, что в прошлом году было уделено большое внимание помощи военнослужащим и семьям мобилизованных. Если сначала как бы брали массы, да, если так под количеством можно сказать, то сейчас идет запрос на качественную помощь, как-то тепловизоры, автомобили, которые туда уезжают. И контакт есть, причем контакт такой персональный с руководством там, воинского подразделения, которые есть. 100% продолжаем, предприятия помогают. Но, повторюсь, роль «Единой России» здесь она такая направляющая. Члены местного политсовета активно работают и реализуют партийные проекты. В прошлом году проведено свыше 700 мероприятий, в которых приняли участие 7 тысяч человек. В заключении встречи Алексей Спасский отметил работу фракции «Единая Россия» муниципального совета депутатов, которую возглавляет Станислав Радченко.